Мне 29 лет, и я занимаюсь как художник, так и спортсмен, и профессиональный боксер. Пытаюсь на этом выехать. И также в смешанных единоборствах тоже сейчас пытаюсь выйти на профессиональный ринг, грубо говоря, на профессиональный ринг. Также ездил в Москву, в Сочи, также и выступал, и по спорту там подал. А давно поете? Ну, где-то года два. Начал как караоке, и так что серьезно подойти к этому делу. А зачем? Как бы сказать, это из хобби решил бы сделать что-то профессиональное. Сергей, это очень убедительно по энергетике, но совершенно не музыкально по интонации. Вы поете чужеродную мелодию, Том Джонс не поет эту мелодию. Я не знаю, это что-то свое, но очень убедительно. Это прям заходит в кассу, что называется. Текст тоже свой, да? Текст, неважно. Сбился в том куплете, сбился. Наречие, да? Нижегородское, неважно. Челябинское. Челябинское, да. Но хочется услышать что-нибудь типа «Облака, белогривые лошади». Да, вот для совсем простое. Простого рабочего с Челябинского тракторного завода, да, вот он встал с утра, посмотрел и сказал: «Ой, как здорово!» Прекрасный осень и зима, и лето, и мы с тобой благодарим за это. Весну, которой было столько света, что рассказать не хочу слов, мне хорошо с тобой. Иди сюда везде одной тропой. Здорово! Не устаете эпатировать, прям вот, да, вот огромное спасибо для вам. Для меня принципиально ничего не изменилось из первого.